Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Сегодня речь пойдет о том, сколько зарабатываю я на рекламе, которую размещаю на своем канале. То есть, сколько мне платят для того, чтобы разместить рекламку. Цены разные, заказчики разные. Если по существу, то получается на сегодняшний день ежемесячно не менее 1000 гривен получается заработать на рекламе. В принципе, немного и не мало, но неплохо. Вот к доходу от YouTube получается еще плюс 1000. Это разные блогеры начинающие, это какие-то крупные компании, занимающиеся абсолютно разным бизнесом. Вот как-то так удается заработать еще и на рекламе. Поэтому всем желаю удачи в развитии каналов, побольше, чтобы у вас заказывали рекламки. Go, go, с вами, как всегда, Мега Дэнди.